Шум, гам, пыль. За окнами полным ходом идет большая стройка. Но, похоже, это не доставляет Диане Плескачевской, заведующей детским садом номер 4 Сочи, особых неудобств. В 20 метрах от старого здания растет долгожданный новый корпус. Благодаря ему здесь смогут принять не 80, как раньше, а уже 200 ребятишек. А шум-то не мешает? Шум очень мешает. Ну, а что не сделаешь? Потерпим немножко ради такого. Работы в микрорайоне Мацеста идут около года. Сейчас строители заливают перекрытие второго этажа. Для Мацесты это как небоскреб строится на самом деле, потому что очень много звонков поступает и на сотовый телефон, и на стационарный, и ждут, когда же откроется новый корпус, ждут, когда их дети пойдут в детский сад. Пока у детей тихий час, взрослые проводят планерку в музыкальном зале. Коллектив детского сада уже разработал программу для будущих воспитанников. Расти они будут крепкими и здоровыми. В новом здании оборудуют физкультурный зал. Ну а родители района с нетерпением ждут открытия ясельной группы. Эмоции были, конечно, колоссальные. Я многодетная мама, у меня трое детей. И когда я узнала, что у меня двухлетний и практически 9-месячный ребенок уже могут, в принципе, попасть в садик в начале следующего года, я, конечно, была рада очень сильно. Последние 5 лет строительство дошкольных учреждений на курорте шло рекордными темпами. Прибавилось 3000 новых мест. Было возведено 25 пристроек уже существующим зданиям и новых детских садов. 1 сентября распахнутся двери нового сада еще и в Лазаревском районе. В следующем году обживать группы будут малыши в 2 учреждениях Хостинского. В 2019-м в Сочи начнется строительство еще 3 блоков, которые в общей сложности смогут принять 240 ребят. Татьяна Говоркова, телекомпания ФКТ.